Ой, Дэн, надо, кстати, себе пополнить запас наличных. Может, потом на шиномонтаж загляну. Ты, братан, на 2 штуки 300 гривен больше снимай, окей? В смысле, Дэн, не понял. В смысле, память девичья? Ты мне еще висишь за вечеринку и словно за разбитый микрофон, помнишь? Блин, Дэн, ну может хоть как-то по частям, ну что ж так сразу много? Братан, мне тоже казалось много, когда я платил за общий банкет. И Славон свой куртец частями тоже не заберет, окей? Ладно тебе, ну слушай, у меня тогда вообще денег впритык остается. Ну ты же сам говорил, летняя резина и все такое. Ничего-ничего, вот как раз месяцок на летней резине и поездишь. Ну на свои деньги. Сдача. Нам лишнего не надо. Блин, Дэн, ну это вообще грабеж какой-то. Грабеж будет человек с процентами.